им свои впечатления, рассказываю. Они приезжали к нам. Я не помню, вот я вот выходец, я тут седьмое поколение мое в Мариуполе живет, основывали этот город, казаки. И вот помню, как к нам приезжала такая масса людей на железнодорожном вокзале. Мы, в принципе говоря, не могли летом приобрести билеты куда-то уехать. Сейчас нам обосновывают, говорят, что нельзя экономически необоснованно движение сюда. Да невозможно достать билетов летом. Как же необоснованно? Просто-напросто кому-то из семейства, несколько крупных семей сейчас у нас занимаются тем, что взяли, приватизировали Украину. И вот несколько этих семей решили прикупить, кто-то из семей решили прикупить эти вагончики, корейские леки, и пустить их здесь, и с этого иметь свои дивиденды.